Брайан Темперли Лондон основала Элис Темперли в 2000 году. Со своей первой коллекцией она дебютировала на Лондонской неделе моды. Темперли живет и работает то в Лондоне, то в Нью-Йорке. Ее фраза, которая во многом выражает стиль марки, стала довольно известна. Мы никогда не должны выглядеть, как будто мы очень стараемся так выглядеть. Наше путешествие с Fashion Group Colette в Париж продолжается. Comme nos voix, ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da, chante tout, ba-ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da, nos carivois, ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da, comme une chance. Мы сегодня пойдем на бренд Temperley London. Мы открыли очень много новых брендов, там, где представлены очень красивые кружева. И однозначно мы их будем предлагать нашим клиенткам, которые любят моду, понимают ее, потому что женщина в кружевах всегда очень романтична, красива. Так что в этом сезоне нас ждет много кружева, много шелка, вышивка ручной работы и очень яркие весенние, летние цвета. Ее одежда простая, легкая, слегка небрежная. Вместе с тем вещи, создаваемые Temperley, весьма оригинальны и богаты интересными деталями. Например, одна из коллекций марки была вдохновлена духом Японии. В дизайне одежды использовались такие детали, как широкие пояса и отвороты, рукава кимоно. В других моделях одежды, создаваемых дизайнером, прослеживались турецкие мотивы. Мы используем обширную гамму узоров и уделяем большое внимание деталям, таким как кружева, французские кружева, а также принтам, произведенным с помощью самых передовых технологий. Но все-таки больше вы любите платья? За что? Я люблю платья за их легкость, романтичность и красоту. Немногие производят такие платья, как мы, которые как бы находятся вне времени. Они воздушные и целостные. Мы производим как вечерние, так и свадебные платья. Но основная наша коллекция отличается элегантностью и нарядностью. Думаю, любой женщине она покажется идеальной. Дизайнер Элис Темперли славится использованием отличных тканей и большим количеством деталей, которые украшают каждое изделие и делаются вручную. Одежда Temperley London всегда женственна и чувственна. Марку уже успели полюбить знаменитости Кира Найтли, Скарлетт Йоханссон, Миша Бартон. Не раз были замечены в платьях Temperley London на красной ковровой дорожке. Основная тенденция вашей коллекции – это сексуальность. Высшее общество всегда отличалось чувственностью. Поэтому мы стараемся делать наши коллекции достаточно сексуальными и практичными в то же время, чтобы удовлетворить вкусы таких женщин, как, например, Мишель Пфайфер. Ориентируясь на них, мы придаем своим изделиям женственности. Поэтому они выглядят элегантно, но иногда и сексуально. Британский элегантный, не лишенный гламура и женственности стиль пришелся по вкусу очень многим. Скоро возможность приобрести кусочек английского шика появится у модниц Днепропетровска. В бутике Colette уже этой весной вы сможете любоваться вот этими нарядами. Hello, my name is Alice Temperley. I'm a designer in London. This is a special for Tip Top. После знакомства с брендом Temperley London мы в очередной раз любовались стройным, серого оттенка силуэтом башни, величественная стать которого сплетена из ажурных нитей сотен многотонных стальных балок. Железная структура, ставшая символом города Светоча Парижа, недавно для всего мира отметила свой 120-летний юбилей. Но это не мешает ей оставаться, как всегда, величественной, мерцающей и сверкающей огнями в течение первых 10 минут каждого часа. Благодарим за путешествие в Париж, бутик Colette и туристическую компанию «Экспресс-тур».